друзья, сегодня у нас видео будет с главной героиней Кристины. Она много лет проработала моделью. Сейчас она занимается фотографией и работает фотографом. Но сегодня она будет нам рассказывать различные интересные вещи и о своем опыте с точки зрения модели. Кристин, расскажи, я все знаю, расскажи нашим зрителям немножко о себе, о своем опыте. Здравствуйте, меня зовут Кристина Соколова. Я много лет проработала моделью в России и за границей. У меня большой опыт работы в этой сфере. Сейчас работаю фотографом и тоже уже несколько лет. Начала с модельных тестов, а сейчас занимаюсь различными видами съемок, от свадебных до индивидуальных, деловых портретов, модельных тестов и так далее. Кристина, мы хотели тебе задать такой вопрос, как подготовиться модели к фотосессии? Какие, на твой взгляд, нюансы являются самыми важными и на что стоит обращать внимание? Самое главное – это цель съемки, это то, с чего мы начинаем любую съемку. Еще до поиска фотографа, если мы не знаем конкретного фотографа, который будет съемку осуществлять. Главное нам определиться, для чего мы хотим сфотографироваться. И опять же, сами умеем мы это делать или для нас это впервой. Мы определились с целью съемки, затем мы либо продумываем самостоятельно образ от начала и до конца, это касается и стиля одежды, и прически, макияжа, и того, какие позы примерно мы будем использовать на съемке. Либо мы ищем подходящего фотографа, которому мы доверяем в стиле съемки и советуемся с ним по поводу подготовки от начала и до конца. И это, наверное, даже будет правильнее, потому что легче подобрать фотографа, который соответствует вам, соответствует тому стилю съемки, который нравится вам, и уже с ним обсуждать детали. Кристина, расскажи, пожалуйста, какие есть, на твой взгляд, нюансы при выборе фотографа и необходимо ли с ним встречаться перед съемкой или уже знакомиться в начале фотосессии? Я считаю, что лучше встретиться с фотографом. Конечно, опять же, это зависит от цели съемки. Если это более серьезная съемка, допустим, свадебная, такая как свадебная, то я считаю, что просто необходимо встретиться с фотографом для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы найти общий язык и обязательно-обязательно обговорить все детали съемки и понять, насколько вы друг другу подходите как творческие люди, насколько результат будет достойным и таким, как именно вы хотите. Кристина, расскажи, пожалуйста, какие есть, на твой взгляд, нюансы при выборе фотографа и необходимо ли с ним встречаться перед съемкой или уже знакомиться в начале фотосессии? Я считаю, что лучше встретиться с фотографом. Конечно, опять же, это зависит от цели съемки. Если это более серьезная съемка, допустим, свадебная, такая как свадебная, то я считаю, что просто необходимо встретиться с фотографом для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы найти общий язык и обязательно-обязательно обговорить все детали съемки и понять, насколько вы друг другу подходите как творческие люди, насколько результат будет достойным и таким, как именно вы хотите. Кристина, мы поняли, что лучше с фотографом встречаться. Скажи, какие обычно ты на своих встречах обсуждаешь моменты с фотографом? Как вы доносите друг друга информацию о том, что каждый хочет получить? Вы какие-то примеры смотрите? Обсуждаете ли вы варианты поз, там, конкретные какие-то фотографии, которые хотите сделать? Мне легче ответить с точки зрения фотографа, но, конечно, я могу посоветовать клиентам при встрече, при возможности, либо когда вы общаетесь через интернет, показывать те примеры, которые вы хотите видеть как результат, как какой-то стиль съемки и, может быть, даже позировку. Если вы не уверены в том, как себя вести на съемке, лучше, чтобы сам фотограф дал вам советы. И, естественно, на самой съемке непосредственно вам намного легче будет работать. Также важно фотографу сообщить о цели съемки, потому что бывают такие ситуации, когда клиент просто приходит и говорит: я не знаю, мне нужно просто что-то снять, а потом оказывается это для клуба знакомств или для интервью какого-то, а это определенный вид съемки, и
соответствующий стиль одежды должен быть и позировки обязательно. Не стесняйтесь, вам надо для сайта знакомства, скажите для сайта знакомства. Вы так лучше получите результат, если вы будете скрывать этого фотографа, он будет делать вам портрет бизнеса, а на самом деле... Да, да, то есть если для интервью, для публикации, тем более стоит сообщить, потому что постфактум очень сложно фотографу будет из какого-то кадра сделать что-то новое, да, и... Допустим, бывает, что в процессе съемки человек мне сказал, что кадр пойдет на сайт, и я должна находиться, допустим, относительно всего кадра, человек должен находиться с левой стороны. Фотограф не учитывал это при съемке, и после съемки оказывается вдруг, что а вот у нас фотография, у нас не помещается текст, потому что она должна быть на сайте. Ух ты! И вот такие сюрпризы для фотографа, и вроде фотограф не виноват, а в то же время... Получается, что виноват, потому что клиент в первую очередь ругается над фотографом. Так что лучше сообщайте заранее вашу цель, какой бы она ни была, и получите максимально хороший вариант. Столько всего интересного рассказала, а теперь давай введем какие-то структурированные выводы, чтобы у нас все-таки в голове остались самые основные моменты. Ну что ж, при подготовке к любой съемке самое главное определиться с общей целью этой съемки, найти подходящего фотографа, который сможет сделать максимально качественный результат, подходящий к вашей цели. Возможно, встретиться, если это нужно для вашей съемки и для вашего комфорта. И очень важно, чтобы вы с фотографом соответствовали во взгляде на фотографию, в стиле фотографии, то есть, может быть, заранее познакомиться с работами данного конкретного выбранного вами фотографа и определиться, насколько он сможет воплотить ваше желание в жизнь. Также стоит обговорить все детали подготовки к съемке. Это визаж, прическа, это стиль одежды, это подходящие под вашу цель позы. Ну вот и все, и локацию... соответствующую, опять же, вашей цели и стилю одежды. Спасибо огромное, было полезно, интересно. Я надеюсь, девочкам при подготовке к съемке будет важна эта информация. В следующем ролике мы попытаем Кристину на тему такого важного момента, это как не стесняться, как раскрепоститься, как себя комфортно чувствовать во время съемки. Это многих волнует. Так что смотрите наши ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и мы будем стараться делать как можно больше всяких разных интересных и полезных видео. Что-то вам осталось непонятно? Пишите мне ваши вопросы в комментариях. Подписывайтесь на наш видеоканал. Я буду стараться еще больше давать различной полезной информации, как и для начинающих фотографов, так и для девушек, которые любят фотографироваться. Ставьте лайки. Пишите нам в соцсетях и качайте наше мобильное приложение «Гид по позированию».